Нельзя. Там знак стоит. Нарушает правила. У меня игрушки. Потому что мы идем в детский сад. А? Да, да, неправильно, дядь. Вика, он знает знаки дорожного движения, говорит, так нельзя было проезжать. Он с велосипедом в садик идет. Там никогда не приезжаешь, а теперь я заметила, что там кирпич. Кирпич, ага. Ладно, всем доброе утро. Вот такой вот наряд. Вот такие еще дополнительные наряды. Да я показываю, тут парень обедает. Супчик кушает, пальцы достань за что. Сегодня большие планы. Да, сегодня у нас обедом в банк. А после обеда? После обеда там запись. Часик два мы тикток поснимаем. А сейчас сколько? Час дня? До часу дня мы рьяно трудились и работали. Да, вообще. Я слышал, как Макс всеми силами пытался сделать так, чтобы Таня не работала. Он все для этого сделал, но зубы лезут. Все, блин, мы все ждем, когда уже этот зуб придет в норму. У нас Что у нас сегодня? Суши. Суши. Сегодня суши и голодные люди. А там что у нас? Там у нас отварены яйца и картофель. Татьяна тоже успела отварить для того, чтобы у нас к вечеру была вкусная крошка, потому что Вика ждет, заказывает. Осталось только за хлебом потом сходить, да, Макс? Чтобы окрошку вкусно поесть с хлебом. Я сегодня даже, наверное, не здоровалась. Ты сегодня не здоровалась? Всем привет. А ты сказала, у нас мукбанк вышел? Нет, нет, ты же что не сказала? Я говорю, вот как раз у нас мукбанк. Да, у нас вышел мукбанк. Там не суши, там пицца. И пепперони, 4 сыра, еще что-то. Обсуждаем мы семью и командировки. Да, длительные, короткие, смотрите, как это все вообще комментируйте. Да. Ладно, все. Мы работаем. Некогда разглагольствовать, мы работаем. У нас уже окрошка пошла делаться. Да. Можно? Ну, началась она делаться, пока. На самом деле. Когда ты делаешь это в одного, это, конечно, все долго. А что поделать, что поделать? Когда уже некогда. Ну, работать одно телефон. Так, мне кто-то звонит, слушай. Ну, ну-ка, сейчас узнаем, кто звонит. Алло? Здравствуйте. Говорите. Спам какой-нибудь. Ладно, жму на паузу, короче. Ну, пока нет. Хорошо, спасибо. Ага, до свидания. Че это? Счастливая гимнастика. Про гимнастику спрашивают. В Лигранте, типа, возобновляются. Это открывается, видимо, фитнес-центр с 10 августа. Да? Надо выяснить, открываются, что ли, все фитнес-центры. Надо выяснить. Центр. Это Вика у нас ходила на гимнастику туда. Да. И вот там, видимо, она открывается. Звали на гимнастику? Угу. Понятно. Короче, что делать? Мне надо бежать за майонезом. Эти вот великие закупщики. Да, вот такие мучить. Великие. Ну, мы, конечно, можем сами сделать майонез, но он густоват. Он густоват, маленько. Он не очень... Не очень подходит, конечно. Как сказать? Не очень растворяется в воде наш майонез. Да. Когда в лошмутье пахнет, плавать не очень хорошо. В общем, ладно. Таня делает окрошку, я бегу за майонезом. Кто-то звонит тебе. Рабочий телефон, отвечу. Таня тут у меня спросила, оптимизировал ли я влог. У нас Таня их рендерит, делает. У меня задача только настроить его по времени, там картинку поставить. И я понял, что я влог не оптимизировал. Поэтому если вы смотрели наш вчерашний влог и вдруг заметили, что он вышел с опозданием, а он выйдет сегодня с опозданием. Намного причем. Потому что теперь я смогу это сделать, когда вернемся домой. А, ну, это ладно. Это вот я накосячил, ну, чуп. Каюсь. Мы едем за Викой, но сначала мы заедем на почту. На почту. Заберем посылочку. Будем, у меня два пакета. У тебя два пакета? Да.
Значит, там что-то будет еще интересное. Угу. Все, все, Максим, зови коней. Поехали. Вот он есть там уже, блин. Сидел, сейчас развлекал. Ну, я смотрю, там одни, вторые, третьи, четвертые выходят с почты. Ну, как-то быстренько, в принципе. Не, ну, да. Раньше дольше там все это происходило. Так, ну что, вскрываем пакетики. Открываем пакетики. Так, кстати, это же мне пришло с этого. Ньючик. Ньючик. Ньючик, ньючик нам пришел. Ага. Мы, по-моему, как-то промокод на скидку оставляли. Да. Значит, мы дублируем вам промокод на скидку. 25%. В описании. А я сейчас вам покажу, и что ссылки там дадим еще вам вот на вот эти. У меня рюкзак, я уже там все заказала. Угу. А это значит, я заказала для кухни вот такое сердечко. Сейчас покажу. Вот такое сердечко. Это значит делать яичко сюда, разбивать и жарить. И получится сердечко. Яичница, сердечко. Разбитое сердце. Вот так вот миленькое. Угу. Мы это воспользуемся. Потом, значит, мы еще заказали вот такую штуку. Нарезать овощи. Нарезать. Всякую картошку там нарезать и так далее. Да-да-да. Ну вот такая она, видите, ребристая. Потом в деле покажем, как она. В деле она. Покажем, ну, все это. Картошки нажарим. Сделаем. Сейчас не буду скрывать смысл. В общем, вот такая она. Угу. Там еще, кстати, мы еще что-то заказали. Так что это вот наша вторая посылка, потом... Там еще для Максика. Да, приспособление для туалета такое интересное. Писсуар. В общем, воспользуйтесь скидочкой. В расписании мы ее добавим. Да блин, не могу пристегнуться рюкзака. Не получается пристегнуться. Ну, короче, купили тут хлеба. Мама не удержалась. Да вообще. Чисто мамина была. Мама не побрызгла. Сейчас всем надо всем побрызгать. Я пытаюсь туда засунуть. Давай, сейчас идите. Ручки обработаем, я вам могу дать палочки. А потом мы мандемся. А, нам мы мандемся. Давай руки. Нет, не только. Давай руки. Лицо надо. Ты поднимешь. Им надо салфетки нарадовать. Походу, там руки черные у Вики. Да. Там оттирать. В общем, в машине задохнуться. Мне кажется, у меня промилле в крови появляется после этого. Давай, раскрывай. Ну, вот такого запаха. Было это на улице это делать. Вообще. Это точно надо делать на улице. Ну открой окна. Ой, этот смотри, какой-то. Вытирай ручки. Друг. Растирай. Да, сами высохнут. Вытерла? Фух. Фу, задохнулся. Вообще задохнулся. Мне побольше. Да? Спиртяга оголимая. У тебя еще руки не высохли. Хочешь протереть? Да не надо, зачем? Уже антисептика. На палочку. Теперь он грязной тряпкой будет тереть. Что за грязная тряпка? Викина салфетка грязная. А почему она у него? Ну потому что Вика ему предложила. А-а-а. На. Ой, дети, уселись. Конфетти. А мне вот нужны ваши грязные салфетки. А куда? Все. Выдали. Что, у тебя окно запотевает. Ты этот выключил, видимо. Да, выключил. Потому что мы так, ехали. Так, что, куда команд. Едем? А-а-а-а. Водитель. Куда мы едем? У меня что-то голова кругом, если честно. Тут ваш шум, гамма, это все. Мне будут прилечь на 5 минуток и поспать. Возможности. Такого возможности у меня нету. Кстати, тает во рту, не в руках. А? И мандем говорит, тает во рту, не в руках. Вкусно. Ну что, мандем? Ты что, куда хочешь? Может, в гриве остановимся. В гриве? Угу. Пойдемте маленько пройдемся. Минут 20, да? Ну. Погуляемся. У нас экопарк, гремячая грива просто. По дороге с садика до дома. Mm-hmm. Что легко можно туда доехать. Мы решили поменять свой план и погулять не в гриве, а возле университета. Сибирского федерального. Здесь красиво, пойдем. Здесь красиво, но такие. Пойдемте по травке пройдем. Потопчем студенческий газон. О, здесь так это пахнет. Банки все затопятся.
Ну, рядом есть частный сектор, но она такая, университет на горе стоит. Легкий запах дымка. Да, легкий запах дымка присутствует. И много вот такие... корпусов. Соленые. Там всякий институт нефти и газа. Институт. Ну, мы учились тоже в Сибирском федеральном, но не здесь, а в другом месте города. Он корпуса. Не такой красивый. Там было не так красиво, но тоже ничего. Мы закончили Сибирский федеральный институт. У нас был институт... О, Сибирский федеральный университет. Все собрал. Да, Сибирский федеральный университет. У нас назывался Институт цветных металлов и золота. Это же Сибирь. Есть нефть, газ, золото, цветные металлы. Вот на кого здесь учатся. Не, архитектура прикольная, вон всякие кубы. Таня мне подсказывает, что ветер меня будет не слышно, но я все равно буду стараться пытаться. Говорить, да? Да, говорить. Siberian Federal University. Институт нефти и газа. Написано там. Пойдем, тут где-то был этот. Мне кажется, там был. Там, наверное. Как его? Амфитеатр тут, уличный. Тут. Ну, пойдемте тут пройдем, Максим. Самолет летит, но его не видно за облаками. Над тобой летит. Над тобой? У нас села батарейка. Мистер Косячник продолжает действовать. Поэтому у нас будут сторисы. Ну, кстати, мне сейчас телефон показал, что 20% осталось. Ладно. В общем, мы здесь гуляем, здесь красиво. Тут вот даже мишки есть такие интересные. Там вот такая беседка, но там она занята, поэтому... Мы... Я твой обед. Он меня поймал. Вас фотографировать тут? Обедом? Дети. Гриб нашли. Гриб? Реально гриб. Привет, друг. Мишку. Привет, это что, водомер? Ты куда? Присесть решил? Кто там? Надо протереть зеркало. Но зеркало грязновато. Я там есть? Есть, конечно. Все здесь, все в сборе. Красноярск. Дети ушли уже. Вон они. Ку-ку. Ку-ку. Прохладно уже, пошлите, ага. Короче. Ой, ветер сдувает вас. Смотрите, вон там нас видно. Эй-эй-эй. У-у-у. Пошли. Все, я наконец-то ставил новую батарейку. Лень было за ними идти, но мы уже так прилично ушли. Ну, вот, так что снимали мы не так много. Мы поняли, что здесь можно иногда прогуляться. Здесь меня слышно. Так что как-нибудь еще погуляем. Мы во Франции, у нас штука запотели. Вроде все. Ну просто влажная погода, что все ты? Максим, мы едем домой, у нас шикарная дома окрошка. Да. Мы купили свежий хлеб. Мы купили майонез, я, кстати, не пошел за майонезом. Да, мы купили майонез. Мы сейчас ее доделаем быстренько, нарежем вкусного хрустящего хлеба. Как навернем. Навернем от души. Нет, машина только пишет, заправьте автомобиль топливом. Думаешь, надо топливом его заправить. Ну, ничего другого не употребляет, кроме топлива. Бензином. Ну, можно мимо проехать, конечно. Завтра куда-нибудь поехать заправиться. Давай завтра. Макс уже на грани. Но если он так написал, значит, там еще есть. Тем маленькая. Более у нас еще влог не вышел, который нужно оптимизировать. Ну, я прихожу, оптимизирую, вы окрошку едите. Точнее, доделываете. Едим. Ну, что там еще майонеза не было. Ой, хорошо погуляли. Ну да, ничего так. И то даже не все облазили, в принципе, там. Интересно, как они сюда заезжают на стоянку? Это, наверное, сотрудники какие-то. Для местных. 94 места свободно. Да. Считает стоянка, сколько на ней мест. Хлеба нарезал как крошки. Ага. Они забывают, сколько они его едят, этого хлеба. 100%. Весь съедим. Давайте. Причем половину съешь ты, Татьяна. Окрошечку. Давайте, всем приятного аппетита!